Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. У нас очередная история из жизни Рэмбо. Сложно здесь ничего не играет. Так, Афганистан продолжается. И мы падаем на Ми-8 модернизированном. Бабах. Лошади будут, должны быть здесь лошади. Даже фишка Рэмбо. Снова у нас. Так, вот это я туплю. Да. Есть все-таки разнообразие в этой игре. Надо ж пока перезарядиться. Так, я знаю, типа, терпеть боль, это работает, но не очень. Так, сейчас он накрутит, он электроотверткой. Ба-бам! У нас был один лишь выстрел на это все дело, и мы справились. Валим, Джон. О, да, было такое дело. Было близко. Мы справились. Враг в поле зрения! Да. Еще. Вот это нужно сделать, чтобы дальше мы могли пройти. Следи за ним. Смотри вокруг! Будь на стороже. Будь на стороже. Попали. Ждем. Пополнили себе здоровечко. Семьдесят патрончиков. Патроны, так, 38. У меня еще гранаты есть. Вы только посмотрите. Он здесь! Автоматик, прикольно. Хедшот.
справились. Я перезагружаю. Смотри на меня. Баба. Идем отлично. Враг в поле зрения. О, я уже скилл немножко восстановил. Уже, по крайней мере, попадать в них начал. Бронированный огнемет готов к стрельбе. Я стреляю. Нормал. Ну ладно. Заряжай! Справились. У нас еще всего много. Вот этого я ждал. Будь настороже. Быстро, он здесь. Подыхай! Стреляй сейчас! У нас все равно, блин, этих пунктов полно. Есть! Это уже не цензура. Так, цепочка у нас самая длинная, 6 убийств в ряд.